когда граждан Донецкой Народной Республики ждать введения новых паспортов? В моих руках находится первый образец паспорта Донецкой Народной Республики. Паспорт имеет 7 степеней защиты. И на следующей неделе начинается изготовление этих паспортов. Каждый гражданин Донецкой Народной Республики будет обладать этим документом. Хочу отметить, что это вынужденная мера, так как Украина вообще собирается вводить, менять свои паспорта, вводит биометрические. И этим самым она пытается вообще нас, как жителей Донецкой Народной Республики, лишить каких-либо документов. Поэтому было принято решение, я уже об этом говорил, и сейчас уже показываю образец. В ближайшем будущем выдача паспортов начнется. Все жители Донецкой Народной Республики будут обеспечены документами. Это есть примерная какая-то дата, когда начнут выдавать новые паспорта? Дата будет зависеть от того, как наше министерство силовое обеспечит гарантию нераспространения этих документов, далее там тех типографий, которых мы будем печатать. Но я думаю, что крайний срок – это конец начала следующего месяца. Конец этого – начало следующего. И люди начнут получать уже паспорта. Это проблема очень большая, потому что даже дети, которые сейчас достигли 16-летнего возраста, не имеют никаких документов. И, к сожалению, не могут ни поступать ни в институты, ни в техникумы, и, ну, вообще, в принципе, не являются полноценными гражданами. И эти паспорта действительно помогут нам и на местном уровне выборы провести. Те, которые необходимы в первую очередь, то есть которые потеряли, достигли 16-летнего возраста, либо те, которые должны паспорта получить по замене, ну, по возрасту, там, 25-40 лет.